64-й день рождения Кибастуза для 72 семей навсегда останется в памяти. Именно в этот день, 12 июня 2021 года, состоявшие в жилищной очереди многодетные семьи, сироты, работники бюджетных организаций, категории социально уязвимых слоев населения получили ключи от квартир в новостройке в 9-м микрорайоне. Поздравил новосельцев и торжественно вручил ключи глава области Абылкаир Скаков. Жительница города Севда Фарзалиева была в этот день среди счастливых обладателей собственных квадратных метров. Мы долго ждали этого момента, когда станем новосельцами. И отрадно очень, что этот день совпал с днем нашего любимого города. И Кибастуз у нас с каждым днем все краще становится, все ярче, все комфортнее. Ведутся ремонт дорог, ремонты парков, скверов, строительство жилых домов, да? Строительство детских спортивных площадок. Я хочу поблагодарить нашего президента Касым-Жомарта Токаева за внедрение всех этих государственных программ, за жилье, которое он нам дал. Хочу поздравить вас, новосельцев, с таким знаменательным днем. Хочу поздравить также с днем нашего любимого города. Поздравляю еще раз с праздником, с квартирой. Спасибо всем. Шарбан Бухарбаева рассказывает, что в очередь на получение жилья встала 14 лет назад, когда умер супруг. Все это время она вместе с 16-летним сыном жила вместе с младшей сестрой. Старшие две ее дочки выросли, живут отдельно. Я уже не знаю, как выразить своих радостных эмоций. Когда мне вчера позвонили и сообщили об этой вести, я не знала, куда себя деть от радости. Благодарю Акимат за сегодняшний день. Я 14 лет ждала этого момента. Очень рада и довольна. Многодетная мама, 80-летняя бабушка Тлектис Жумабекова, также не сдерживает своих эмоций. До получения квартиры она вместе с младшим сыном жила в поселке Шадирты. 14 лет семья стояла в очереди. Я теперь спокойна, что у моего сына есть крыша над головой. Очень рада, благодарю государство за это жилье.